Че, плюсы посмотрела, что это за херотень? Оттуда какая-то ебаная гаджет какой-то. Сегодня посмотрела, я спрашиваю, нет, блядь. Делаешь вид, что сейчас прямо смотришь, вот прямо сейчас смотришь, блядь, а? Посмотрела, нет. Посмотрела, нет.
Не, ну это какая-то специальная приблуда. Его называют радиотерминалом. Его называют ближе радиороутер. Его называют цифровым роутером. Блять, тебя не то должно интересовать, я тебе поставил задачу. Маршрутизатором его называют. Любого распределенного бизнеса. Дачи большого информации требующего. По торговых автоматов, банков, промышленного оборудования, систем охраны и наблюдения. Но мониторинга и управления. Способен проводного плана ценник у него в магазине тут за 10 рублей. Так, если через авитуху, то можно и где-то 750 рублей. Вот я не понимаю, что это за... Это же важный аппарат, что он делает. Кто его знает. Радио, блядь, маршрутизатор. Соединяет, видимо, в каких-то... Сколько мне его выставлять?
Адрес нашел. Теосерий. 715. Тоже не знаю. Что с ним делать?